привет, друзья и ученики! Хочу вас познакомить со своей новой ученицей. Всем привет, меня зовут Жанна. Вторая тренировка начального уровня, но, как я говорил, она может подходить и для уровня середнячок. Если грамотно выполнять упражнения, хорошо выкладываться и при этом супер грамотно питаться. А что значит грамотно питаться? В питании главное не разнообразие, а рациональность. Вы должны получать все необходимые питательные микро- и макронутриенты. Вторая тренировочка начинается, как и первая, с разминки, с общей разминки именно на гребном тренажере. Вы знаете, что это самый лучший тренажер из всех существующих. Я об этом уже не раз говорил в видео. Извиняюсь, что в первой тренировке не показал. Забыл просто показать разминку. Вот, после гребного тренажера, так как мы будем сегодня приседать, да и вообще, в принципе, всегда, хорошо размять коленки на велотренажере, на велоэргометре. Это будет уже больше относиться к специальной разминке. Все-таки мы будем делать приседания, колени должны быть хорошо разработаны. И общая разминка тоже включается в это упражнение. Никогда не игнорируйте разминку. Помните, что лучше разминка без тренировки, чем тренировка без разминки. После общей разминки, все помнят, да, что мы делаем? Идем на экстензии спины. Именно на экстензии. Гиперэкстензии мы делаем в конце. Но это второй зал, открываемый Power Strength Gym. И гиперэкстензию заказали, но она в пути еще не пришла. Поэтому в конце мы сделаем просто нашу гимнастику для того, чтобы убрать компрессию с позвоночника. Вот вы сейчас видите, это упражнение называется экстензия спины или экстензия спины. Жанна работает первый раз, поэтому приходится ей все показывать, объяснять, разъяснять. Но, тем не менее, техника у нее, как вы видите, очень и очень хороша и даже лучше, чем у некоторых, кто занимается уже какое-либо продолжительное время. Запоминайте, в экстензиях спины главное подниматься только до уровня, когда корпус параллелен ногам, не выше. Это будет уже вредно и опасно. И еще, на что я всегда обращаю внимание своих учеников и зрителей моего канала, это на негативную фазу любого движения. Если вы заметите, как тренируются другие, и обратите внимание на себя, вы обратите внимание, что зачастую мы с вами грешим таким одним косячком. Мы как бы не опускаем вес за счет мышц, а мы с вами просто поддаемся силе притяжения, гравитации, и за счет этого опускается вес. Нет, вот представьте себе, что вы приседаете и встаете из нижней точки приседа вверх. Вы же напрягаете мышцы. Вот, точно так же напряжением мышц нужно и опускаться. Не падать вниз, и это касается любого упражнения под действием силы тяжести, а именно прочувствуйте, что работой мышц вы это действие осуществляете. Вы увидите, насколько по-другому вы будете чувствовать работу мышц и насколько по-другому и качественнее будет откликаться организм и мышцы на эту нагрузку. И, конечно же, здесь приходится больше концентрироваться. Именно это и есть ментальная работа, именно это и есть настоящая тренировка, а не то, чем занимается большинство. Усирается, как бы не наблюдая ни за техникой, ни за чем, лишь бы выжать вес. А как он опускается, неважно. Друзья, забудьте об этом раз и навсегда с первых своих шагов. А если кто не знал, то уже со следующей тренировки. Жанна сегодня будет обучаться приседам. Не знаю, как это будет, но я думаю, что не хуже, чем с Эбигейл. Вы помните, что Эбигейл тоже почти с первых тренировок, да что почти, тоже с первой тренировки научилась практически грамотно выполнять как приседы, так и становую тягу и румынскую тягу. А вы знаете, что румынская тяга отличается от становой. Что самое главное, на что я обращаю внимание девчонок, да и парней, когда обучаю приседу? Если мы хотим с вами
А нам нужно на первых порах обучаться технике глубокого приседа, развивать в себе силу, то и стойка должна быть широкая. Я сделаю об этом отдельную статью, отдельное видео скоро. Вы не можете присесть глубоко в той стойке, в которой приседают культуристы, в узкой стойке. Ну, чисто даже до параллели сложно садиться. Технически грамотно, конечно же. Научитесь приседать как ребенок. Посмотрите, как приседают дети. Они садятся между ног. Так и нам нужно садиться, как бы раскрывая пах. Об этом учит и Луис Симмонс, самый великий пауэрлифтер мира. И я учу своих учеников благодаря тому, что тоже имел возможность подсмотреть это у Луис Симмонса. Девчонки и мальчишки поначалу боятся упасть. И действительно, без штанги, без чего-нибудь за спиной сложно сделать грамотный присед. Но когда у вас на плечах штанга или бодибар, это сделать гораздо легче. Не переживайте. Смотрите, в верхней позиции я обучаю Жанну не распрямлять колени. Придется немножечко поработать, чтобы она это запомнила. Но без этого никуда. И нужно садиться так, как будто хочешь достать попой далеко отставленный назад стульчик или табуреточку. Если вы будете садиться, посмотрите, вот я сажусь очень глубоко, при этом у меня спина ровная. И вверху, и в среднем отделе, и в поясничном. Жанна будет немножечко клевать поясничкой, но это не так страшно на начальном этапе. Нужно будет порастягиваться, да и конституция тела у нее такая. Но, друзья, многие думают, что клевать вот так поясница – это очень опасно. На самом деле не совсем так, потому что гораздо опаснее делать, к примеру, подъемы на бицепс, раскачиваясь из стороны в сторону, как глиста в скафандре, или многое другое. Обращайте внимание на глубину седа, на то, чтобы ваши лопатки были собраны, и на то, чтобы отводить таз назад. Со временем вы научитесь приседать глубоко, и при этом поясница ваша не будет клевать. Если вы не используете чрезмерные веса, это не страшно. И со временем это уйдет. Не нужно этого бояться и, к примеру, не приседать. Нет, приседать нужно обязательно. Учитесь, находите стойку, оптимальную ширину стойки для себя. Мы с Жанной будем сегодня тоже это искать. Не забывайте, что нужно становиться довольно-таки широко, шире плеч однозначно. И носочки разводить чуть-чуть в стороны. Только при таком варианте приседа мы можем глубоко сесть. Также, чтобы снимать нагрузку с позвоночника, особенно с неопытно, нетренированного, а Жанна, как вы помните, все-таки тренированный человек, я советую, рекомендую делать легкую паузу в верхнем участке, извините, в нижнем участке амплитуды. Да, когда вы садитесь глубоко вниз и делаете легкую паузу, как это ни странно, уходит нагрузка с поясницы, нежели если вы сели и сразу же быстро встаете. Попробуйте, и вы сами почувствуете, как легче вашей пояснице, особенно после тренинга. Садиться нужно глубоко, особенно это касается девушек. Если вы хотите, чтобы ваши бицепсы бедер и ягодичные мышцы грузились, развивались и не уступали квадрицепсам, чтобы квадрицепсы не доминировали, то нужно садиться глубоко. Если вы не будете доседать, если вы будете садиться даже до параллели или чуть выше, будут работать квадрицепсы. А квадрицепсы, девчонкам, не так сильно и нужны, потому что они, во-первых, в 2-4 раза и так больше, чем бицепс бедра, а во-вторых, и сильнее. Чтобы достичь гармонии в развитии, чтобы ножка была идеально красивая, бицепс бедра должен быть такого же размера, как квадрицепс. И силу квадрицепсов тоже, конечно же, нужно развивать. Они будут развиваться, не переживайте, во всех приседаниях, жимах ногами, что мы будем с вами делать, гак-приседах, становых тягах, будут работать квадрицепсы. Но нужно уметь переносить нагрузку именно на бицепс бедра. Для этого, повторяюсь, нужно садиться глубоко и в широкой стоечке. Почему в широкой? Во-первых,
И, во-вторых, вы не присядете глубоко, повторяюсь, в узкой постановке ног. И именно для этого нужна широкая постановка ног. Это очень важно, на что стоит обращать ваше внимание в первую очередь, когда вы только обучаетесь тренингу. Еще один совет – это класть штангу не на шею, а на задние дельты и на спину. Тогда у вас будет три точки опоры, и штанга не будет шататься, будет гораздо комфортней, и что самое главное, вас не будет клонить вперед. Чем выше штанга кладется, тем сложнее удерживать вертикальное положение корпуса, тем больше вам хочется наклониться. Ну, как вы видите, как я и говорил, Жанна практически справляется со всеми нюансами приседа, несмотря на то, что делает она это первый раз. Сразу же хочу сказать, не стоит хейтерам кричать и набирать в рот, сами знаете что, и плеваться по сторонам. По той простой причине, что девушка приседает первый раз и сразу же со штангой, и сразу же с блинами. Это специальный, очень облегченный гриф, а диски весят каждый меньше, чем 5 килограмм. Поэтому на этой штанге максимум килограмм 10-12. Специальная штанга для отработки техники. Я люблю обучать людей сразу же работе со снарядом, по той простой причине, что это делать легче. Вы сейчас можете часто встречать о том, что базу делать нельзя. Причины приводят люди, что базу делать нельзя. Но это глупость и тупость. Потому что только базу и нужно делать в первую очередь. Особенно девчонкам, которые и не думают принимать стероиды. Необходимо делать базу. Только база построит вам хорошие ягодицы. Если вы слышите, девчонки, обратите на это особое внимание, что кто-то накачал свою попу махами, то однозначно девушка принимала мужские гормоны. Нельзя накачать попу, сделать шикарные ягодицы махами, не делая приседы. Приседание – это основа. Другой вопрос. Если вы хотите, чтобы у вас ушел жир, то это вопрос не тренинга, а вопрос питания. Научитесь грамотно питаться. Обращаю ваше внимание на то, что чем больше жира вам нужно сжечь, тем чаще вам нужно питаться. Кажется парадоксом, но во всех моих статьях и видео касательно этой темы я объясняю, почему так происходит. Вторым упражнением в сегодняшнем дне будут румынские тяги. Но, как вы обратили, начинаем движение мы как для становой тяги. Ни в коем случае не берите гриф с пола вот в таком положении. Это опасно. Если хотите сохранять здоровую спину, то сначала присядьте, возьмитесь за гриф. Помните, как мы обучались становой тяге? Встаньте и уже в верхней точке сосредоточьтесь и начните делать румынскую тягу. Я сильно не объясняю, не рассказываю технику, потому что у меня уже очень много видео о технике и приседов, и тяг, как становых, так и румынских. Вы все это можете найти и посмотреть, и почитать здесь на канале, либо в группе ВКонтакте, либо в других группах в соцсетях. А еще лучше, все видео, все статьи, которые я когда-либо выпускал, собраны в одном месте на сайте hmgym.ru. Настоятельно рекомендую вам обратиться к этому источнику. Смотрите, подходим к штанге, касаемся ног, садимся как для становой, упираемся ногами в пол, пятками продавили, встали, подготовились для выполнения румынской тяги и начинаем движение. Уводим попу назад. При этом наши коленки должны максимально быть неподвижны. Они слегка согнуты в верхней точке, и точно так же они должны остаться и в нижней. Ни в коем случае не распрямляйте ноги полностью. Всегда гриф касается ног на протяжении всего движения, поэтому желательно приходить в штанах или одевать специальные высокие гольфы. Когда гриф касается ног на протяжении всего движения, скользит по ногам, это гарантия того, что ваша поясница не получит травмы. Отличнейшее упражнение румынская тяга для бицепсов, бедер и ягодичных мышц.
отличнейшая. Поэтому я его включаю в одну программу, в один тренировочный день с приседами, чтобы целенаправленно убивать, грузить бицепсы и ягодицы. А вот посмотрите, как точно не нужно делать. Не значит, что это неправильная техника, просто эта техника не для нас. Это пауэрлифтерская техника, когда вы поднимаете и отклоняетесь назад. Лично я своим ученикам не рекомендую не то, что отклоняться назад, а даже выходить ровно, когда корпус становится ровно с ногами. Вся нагрузка уходит в позвоночник, в суставы. Лучше оставаться в слегка согнутом положении. Также на что следует обращать внимание, что поднимать штангу нужно именно как, вот видите, девушка опускает таз, это становая тяга. Точно так же вы должны поднимать штангу. Вот сейчас Жанна покажет, когда начинаете движение для румынской тяги. Если, конечно, вы не начинаете, не снимаете штангу со стоек. Но не только поднимать, но и когда вы закончите упражнение, тоже не в наклоне опускайте и возвращайте штангу на пол, если вы не работаете со стоек, повторюсь, а именно приседом, как для становой тяги. Что нужно знать еще для румынской тяги? Румынская тяга – это не наклоны. Румынская тяга – это увод таза как можно дальше назад. Представьте, что вы хотите дотронуться до какой-то точки сзади. Попробуйте это сделать без штанги, положив руки на ноги в нижней точке. Проконтролируйте себя дома, как вы стоите. Спинка ровненькая, прогнутая, лопатки вместе, коленки слегка согнуты. И вот из этого положения начните отклоняться максимально назад. Вы должны почувствовать острое, четкое ощущение растяжения в ваших мышцах. Вот. Точно такое же ощущение должно быть, когда вы делаете румынскую тягу. Шикарнейшее упражнение, повторюсь, обязательно нужно его делать. Не забывайте, сначала вы подходите так, чтобы ваши ноги касались грифа. Поднимаемся, как для становой тяги. Жанна вот еще не знает, начинает топтаться. Сначала встает, потом ищет стойку для себя более узкую. Я не советую этого делать. Сразу вставайте в узкую стойку, чтобы потом не перемещаться, не топтаться с ноги на ногу с весом в руках. Не страшно, когда он маленький, но когда рабочие веса уже будут серьезными, это не очень хорошо для позвоночника. А мы с вами тренируемся в первую очередь, конечно же, для сохранения здоровья. И красота, сила, все остальное уже потом. Нет здоровья, нет ничего, что нас бы радовало. Да, в принципе, и не нужно, когда нет здоровья. Поэтому всегда настоятельно вам советую изучать технику. Не забывайте о моей гимнастике. Сегодня мы с Жанной ее тоже в конце сделаем. Но сначала еще поработаем в одном упражнении после румынской тяги. Кто смотрит мои ролики, тот уже догадался, какое третье упражнение с приседом вместе. Помните, да? Это отжимания на брусьях. Но давайте закончим сначала тягу. Еще один подходик. Количество повторений и подходов. Точно так же, как и в первый день. Нужно сделать 5 подходиков для приседа, 5 подходиков для румынской тяги. В 10-15 повторениях. Вес, девчонки, не важен. Так же, как и мальчишки. Обращайте на это особое внимание. На начальных этапах нам абсолютно не важен вес. И он не должен быть большим. Вы не должны контролировать вес. Вы должны контролировать только себя, свою технику. Чтобы в следующий раз, когда мы начнем работать уже с серьезными весами, а будет это не раньше, чем через 3-4 месяца, вы должны записать эту технику себе на подкорку, как компьютер. Чтобы когда вы боролись с весом, вы не думали о своей технике, а думали и сосредотачивались только на работе с весом. Это очень важный психологический момент. Ну что, Жанна порадовала и в брусьях. Она тоже может отжаться 6-7 раз, пускай не очень глубоко, но мы быстро наработаем, и вы увидите, уже через месяц-полтора она будет полноценно хорошо отжиматься. Многие ли парни могут сделать 5 подходиков по 15 раз? А мы с Жанной через 2 месяца точно, гарантированно покажем вам, как это мы будем делать. Поэтому я рекомендую, и Жанна будет делать сегодня
3 подхода по максимуму. Это будет где-то 6, 7, пусть даже 5 раз. А после чего мы перейдем и добьем еще 2 подходика, чтобы в общей сложности было 5, нашими любимыми отжиманиями от лавок. Увидите чуть позже. Кто не может совсем отжиматься от брусьев, используйте гравитрон. Если у вас нет гравитрона, то пойдемте с нами и будем отжиматься между лавок. Но если вы можете хотя бы 4-5 раз отжиматься от брусьев самостоятельно, обязательно делайте это. Вы не представляете, как быстро растет сила в упражнениях с собственным весом. Обязательно нужно это использовать, потому что организм, работая с собственным весом, как можно быстрее старается подстроиться под него и сбрасывает вес, если вы грамотно питаетесь. К сожалению, с железом это происходит чуть-чуть, а может быть и не чуть-чуть, гораздо медленнее. Выставите лавки удобно для себя и выполняйте движение. Вниз, вдох, вверх, выдох. Смотрите, корпус должен быть ровненький. Старайтесь, чтобы тоже не наклоняло вас вперед, не сгибайте сильно ноги. И углы в локтевом суставе должны быть 90 градусов, не ниже, чтобы не травмировать плечи. А данное упражнение – отличнейшее упражнение, точно так же, как и брусья, для трицепсов, для грудных мышц, для передней дельты. И поэтому я не понимаю, когда дают девчонкам делать жим лежа. Особенно на первых шагах он совершенно не нужен. Я вам скажу больше, жим лежа не нужен на первых шагах и парням. Но все, кто вы смотрите мой канал, знаете это прекрасно уже давно. Кто не знает, опять-таки, есть статьи, называются ступени. 4 ступени есть на данный момент, и они описывают практически первые 2 года тренинга. Незнакомы? Let's go на мой сайт hmgym.ru, там есть все эти статьи и все статьи, в принципе, которые я когда-либо писал. Давай, Жанна, дорабатываем, делаем здесь тоже 15 повторений. Обязательно хорошенько нужно поработать. Ну а вот, девчонки и мальчишки, смотрим. Повторяюсь, станка гиперэкстензии нет пока в этой локации. Скоро будет, и мы будем обязательно в нем работать. Обязательно делайте после ваших тренировок данную гимнастику. Вы знаете, что с помощью этой гимнастики, экстензии и гиперэкстензии, я избавился от проблем с грыжами и протрузиями. И снова приседаю за 200, тяну за 200. И все благодаря вот этой гимнастике из йоги. Я вот не помню, у кого на канале я ее подсмотрел. Разные были упражнения, я подобрал для себя, которые посчитал наиболее оптимальными. И делал их 5 раз в сутки. У кого нет проблем с позвоночником, настоятельно рекомендую делать их, заставлять своих близких, детей делать эту гимнастику утром, желательно, когда вы проснулись и еще не встали с кровати. Если кому в кровати тяжело, то аккуратненько сползите на пол. И после тренировки, если у вас проблемы, то обязательно делайте эту гимнастику минимум 3 раза в сутки. После приседов и тяг обязательно делайте сразу же в спортзале вот данный вид растяжки. Его используют все грамотные профессионалы, Дориан Яц его тоже использовал, и я вам настоятельно рекомендую. Следите за нашим каналом, за видео, которыми мы с Жанной будем вам показывать, как мы с первых шагов выйдем в фитнес-бикини.